Представляем вашему вниманию Drive Market от компании Dahir Inshaat. Drive Market – это магазин, в котором посетители совершают покупки, не выходя из автомобиля. Такой подход к обслуживанию удобен в первую очередь для тех, кто не может себе позволить терять время на поиск и выбор товаров в обычном гипермаркете. Давайте подробнее рассмотрим, как совершаются покупки в Drive Market. Посетитель въезжает в магазин на автомобиле. Помещение торгового зала разбито на секции, каждая из которых обслуживает только один автомобиль за раз. Покупатель, следуя за световыми указателями, подъезжает к свободной секции и останавливается около стеллажей с подвижными лотками. В каждом лотке находятся товары отдельной группы. Покупатель делает выбор и выкладывает продукты на транспортную ленту. Особенностью Drive Market является продуманный оптимальный ассортимент, который насчитывает более 100 различных наименований. При этом здесь нет десятков одинаковых товаров под разными брендами, а все продукты проходят строгий отбор, прежде чем попасть в продажу. Такой подход значительно упрощает процесс выбора и сокращает время на совершение покупок. Ведь магазин уже отобрал самые лучшие продукты, а покупателю остается только определиться, какие из них ему подходят. Кроме этого, в Drive Market отсутствует возможность манипуляции покупателем с помощью маркетинговых психологических приемов. Если в обычном гипермаркете для стимулирования продаж отдельные товары размещаются на полках на уровне глаз, то в Drive Market все товары находятся в равных условиях. Таким образом, покупатель защищен от навязанных покупок и может быть уверен, что купит только тот товар, за которым изначально приехал в магазин. Итак, выбор сделан, и продукты отправляются на кассу, где происходит расчет. После оплаты кассир складывает товары в пакеты и относит их в багажник автомобиля. Или, если покупка небольшая, передает покупателю через окно. Шопинг удался, и вместо долгих часов хождения по обычному супермаркету на покупки было потрачено не более 5 минут. Теперь давайте посмотрим, как выглядит Drive Market изнутри. Над торговым залом расположены технические уровни, на которых происходит приемка, сортировка и загрузка товара в накопители. Разделение зон на складскую и торгово-демонстрационную позволяет не только сэкономить площадь маркета, но и автоматизировать процесс загрузки товара. Когда подходит время пополнить опустевшие лотки в торговом зале, электроника автоматически формирует необходимый набор товаров и по движущимся лентам доставляет его к месту загрузки. Процесс загрузки товара настолько прост, что одного рабочего вполне достаточно для обслуживания 5-6 секций. Торговые и технические залы оснащены системой вентиляции и кондиционирования, которая вытягивает выхлопные газы и обеспечивает в помещении комфортный микроклимат. Таким образом, Drive Market станет отличной альтернативой обычным гипермаркетам, так как позволит значительно сэкономить время на покупках, при этом предлагая широкий ассортимент гарантированно качественных продуктов. Кроме того, внедрение данной технологии поможет владельцам бизнеса использовать торговую площадь более эффективно и увеличить прибыль за счет автоматизации процессов, снижения издержек и увеличения скорости обслуживания. Узнайте больше о Drive Market в компании Dahir Inshaat.